Настоящую женщину выдает красивая походка. Походку же формируют туфли. Именно поэтому к вопросу выбора обуви нужно подходить очень тщательно. Это занятие серьезное и требует много времени. Наша телезрительница Алена хотела бы сэкономить часы, а то и дни, и подобрать модные сапоги на весну с помощью нашей программы. Я бы хотела узнать новинки этого сезона. Мне интересны некоторые модели. Я бы, например, хотела узнать, модно ли до сих пор ботильоны. Я знаю, что они были модны в прошлом году, в этом году как. И пойдут ли они на мою фигуру? Я вот хочу попробовать эту модель. Как и в прошлом сезоне, женственные элегантные ботильоны опять актуальны. На высокой шпильке, на танкетке, на устойчивом широком каблуке – любые. Главное, изящные и удобные, которые подойдут к вашей фигуре. Модный тренд этой весны – ботильоны со шнуровкой. При выборе обуви следует обращать внимание, какой вы комплекции. Более полным людям нежелательно носить обувь на тонком каблуке. Им больше подойдет танкетка, либо устойчивый широкий каблук. Обладательнице стройных и красивых ног Алене подойдет любая обувь. И ботильоны на широком каблуке, и сапоги-чулки на танкетке, и высокие сапоги на шпильке. Тем более, что вся эта обувь актуальна в этом сезоне. Шпилька, она в основном идет для торжественных случаев на какой-нибудь праздник, либо для работы в офисе. Но в основном можно носить устойчивый каблук, либо танкетку на повседневную носку. Танкетка очень удобная при ходьбе, она очень хорошо поддерживает свод стопы. Для женщин невысокого роста танкетка прекрасная альтернатива обуви на высоком каблуке. Если вы хотите быть в центре внимания, выбирайте для весны высокие сапоги или сапоги ботфорты. Эта обувь подчеркнет красивые ноги и зрительно сделает их длиннее. Она будет хорошо смотреться как с короткой юбкой или платьем, так и с брюками-дудочками. Если вы любите классику и обувь темных оттенков, то выбирайте обувь с акцентом на деталях. Контрастная подошва, интересная аппликация, комбинирование материалов и отделка носочной части из лаковой кожи позволят добавить изюминку в классические модели. Я не знала, как будут ботильоны смотреться на моих ногах, но они очень хорошо смотрятся, и я жалею, что я раньше не попробовала их. Мне нравится каблук, мне нравится отделка и то, что они яркие. Мне очень нравится. Скоро лето, и хочется чего-то яркого. Сегодня мы рассказали Алене о модных тенденциях женской обуви этой весны. Завтра можем помочь уже вам. Звоните по телефону 359-93-94, и вы получите совет стилиста или парикмахера на любой интересующий вас вопрос. А также станете героем сюжета в программе «Раньше всех». На вопрос «Какая?» я обычно отвечаю «Стильная, удобная, красивая и только моя». На вопрос «Где?» ответ всегда однозначный. «Вестфалике». «Вестфалике». Новая весенняя коллекция обуви «Стильная весна 2011» во всех магазинах «Вестфалика». Подробности на сайте westfalica.ru.